Глава Ленинского округа Станислав Катров регулярно делает обход территории муниципалитета совместно с руководителями профильных служб. На днях они приехали в поселок Развилка, чтобы проверить, как осуществляют работы по расширению участка проектируемого проезда номер 5539. У нас что здесь была? Дорога однополосная, одна полоса в одну, другая в другую. И, соответственно, мы здесь реконструируем до 4 полос. По 2 в одну в каждую сторону. Реконструкцией данного участка занимается частная компания, которая в настоящее время возводит жилой комплекс в этой местности. Работы по ремонту дороги планируют завершить до конца августа этого года. Будем менять полотно полностью, тоже в новой расширительной части это будет все новое, и пирог, корыто все новое будет. Вот. И в старой части мы, естественно, весь асфальт поменяем. Вот. Ну и, само собой, сопутствующие работы, все бордюрные камни, это все будет поменено, будет установлено 2 светофорных объекта и остановки. А вот на Вишневой улице уже обновили асфальтобетонное покрытие и частично проложили новые тротуары. Эта дорога служит удобным маршрутом не только к новому жилому комплексу, но и ведет к общеобразовательной школе, строительство которой идет полным ходом. Ее также осмотрели представители администрации и глава округа Станислав Катров. Школа на 1350 мест. Она будет введена в следующем году у нас по госпрограмме. На сегодняшний день мы видим хорошую готовность школы. Понимаем, что наши строители точно успеют в срок. Значит, сдача школы, я думаю, что будет где-то весной следующего года. Уже полностью у нас будут подготовлены РВ. Но, конечно же, детей в эту школу мы будем ждать с 1 сентября. Комплексный осмотр территории Ленинского городского округа позволяет более детально разобраться во всех аспектах благоустройства, а также дает возможность лучше наладить коммуникацию между подрядчиками и органами местного самоуправления. Юлия Стафёрова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.